Итак, всем привет! Разберем мелодию песни «Манчестер Ливерпуль». На схемках зеленые кружочки – это места прижатия струн, красные цифры – это последовательность, а черные цифры – это количество раз звучания ноты. Итак, тема начинается. Разобьем на две части. Смотрим рисуночек номер один. Первая часть. Вторая часть. Третья часть. Четвертая часть. Пятая часть. Шестая часть. Дальше идет припев. Смотрим рисуночек. Следующий рисуночек. Вот такая несложная мелодия. Сейчас медленно сыграем полностью и тему, и припев. Припев. Трудно играть так медленно. Ну вот и мы разобрали эту мелодию «Манчестер Ливерпуль». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Ждем новых уроков. До свидания.